Нам нормально слышно чат? Ку смешариком, а вот остальным соболезную. Чтобы стать смешариком, нужно просто подписаться и оставить комментарий, прикинь? Мы потихоньку прикинь. Переезжаем в новую хату. Старой уже надоело. Я ведь знаю, что вы хотите обновлений. И да, скоро дропну фулл-версию тизера. Не пробитесь. Ладно, давайте поздравим наших стримеров и займемся новостями. Поехали. Поздравляем с прошедшим Китка Шадоу Кека, Кейка, Аляшу, Камика, Миссарину, Секс-Бомбу, Димуликса, Юлика, SPT-083, ну и Твич тоже поздравим. Все так и 10 лет пиздюку. С ДР, как говорится, счастье у него задержка не болеть, была с видео, да? А мы переходим к новостям. Просочилась инфа, что возможно стримфест перенесут или вовсе отменят. В Москве вводят новый карантинный период, и фест может попасть под эти даты. Мы держим кулачки, что все так и все будет ок, и мы с вами там встретимся. Пиздец начнется, и границы снова закроют, и я буду сидеть здесь, блядь, еще больше. Там еще Пыня вел выходные снова, там на 8 дней выходные вел, еще что-то вел, потом пизда стримфест, скорее всего. Короны нет, да, в России вообще ничего нет, все хорошо, супер. Снова взрывной рост по заболевшим. В итоге все закрывается. Да ладно. Реально в Москве там скоро пизда. Твич добавит анимированные смайлы. Вот это что-то новенькое, правда? Никогда такого не видел. Можно было просто объединиться с Better TV, а не придумывать велосипед.них. Правообладатели пригрозили новыми страйками, если Twitch не лицензирует музыку на площадке. К слову, сейчас ведутся переговоры, чтобы полностью лицензировать музыку на платформе. Ждем подходящее решение для Twitch и всего сообщества авторов. Зарубежному стримеру прилетел страйк за музыку из сервиса Twitch. This is the email I received this morning. Kevin Martin, you have two copyright strikes. If you accumulate a third, your account will be terminated. Your account will be terminated. Wow. Прикол в том, что Twitch приобрел права только для трансляций, но не для записей. Сэкономил, короче. Также предупредили стримершу, что за каверы могут прилететь страйки. Saying that I can get a DMCA strike for my covers, my musical covers. Even though previously Twitch said it was fine as long as you're controlling every aspect of the music. So I was playing guitar and I was singing, so it should have been fine, but now they're saying that I cannot have covers of music. Ну пока на стримах можно хотя бы говорить, оп-оп, живем-живем. Также Microsoft порекомендовал стримерам не оставлять музыку на водах всех выставки E3, а на трансляции в YouTube и вовсе поменял ее на свою. Также душат правообладатели в этом году. Это пиздец. Стример вошел в 1,5% лучших игроков Valorant, играя на графическом планшете. Нихуя, блядь. Прикинь, чел играет в Valorant с планшета, ну, на планшете. Valorant? Надрочился паренек в игре АОСу. Отчего имеет такое им? Кайсеры стоят в сторонке. Цукерберг заявил, что Facebook Gaming откажется от прибыли за сапки до 23 года. Жесткий мув для Твича, ибо Твич забирает равно половину с прибыли стримера. Думаю, это даст хороший буст для... Звук пизда, ты чё со звуком стало? Норм, все, вы чё, долбоёба? Площадки Twitch будет пересматривать свою процентовку, чтобы удержать контент-мейкеров. СНГ пока не трогаем, у нас все глухо. Прошли отборочные этапы в шоу от ТНТ. Я наблюдал за этой темой. Кстати, и даже выделил для себя фаворитов. Еще. Дальше ребятам предстоит пройти конкурсные этапы. В общем, вот она, та самая арена. Хуйня вообще. На следующей неделе уже начинаются конкурсные этапы. И на следующей неделе у нас будут стримы, совместные стримы. Вместе со мной, в первую очередь. Желаю удачи. Идем дальше. Манурин поделился, что у него родился второй сын по имени Леон. Поздравляю! Что? Леон! Леон!
Да, сегодня ДР у мелкого. Правда, у второго. Охуеть. Второй раз папа, ебать. Второй сын. Поздравляю. Хесус ебать, поделился, красавчик. Что его пригласили сняться в фильме. Короче, меня пригласили сняться в фильме. Каком? Там не то, чтобы прям фильм. Погоня за червячком? Нет, чем про глистов, скорее всего. Чем про глистов, там, бля, про всякие вот эти жопные инфекции, ебать. Вот фильм. То есть это реально можно назвать фильм, реально. Многие ладно, уже понимают, с каком. Ведь Рики Дин саднул новость о подготовке большого документального проекта про стримеров и индустрию. Интересно, это то, что... Кстати, насчет кино. Помните, вам старый закидывал удочку? Там будет много стримеров. Бустер провел вчера шоу «Что, где, когда». Жаль, что у него выключены клипы для фолловеров. Я бы смог нарезать несколько смешных моментов, ну ладно. Как мы видим, слава растет в создании шоу, с каждым разом все лучше если и лучше. Красавчик. И японским танцем. Пением, да не пиздеть, ведением чайной церемонии, беседой на любую тему. Обычно одетая, да не пиздеть! Хуюгли, блядь! Чат подсказывайте. Да не надо, блядь. Играйте честно. Я читаю. Да дайте вопрос сказать, суки, вы охуели, блядь! Русскоязычные стримеры заняли второе место на чемпионате по Apex Legends и выиграли 132 875 долларов. Красавцы. Но можем лучше. Стримершу забанили за рекламу своего аккаунта на OnlyFans. Вот это рофл. Она бы еще бангу свою прорекламила и страничку там показала точках их. Генсуха поделилась, что возможно скоро станет новым амбассадором, после того как Яндекс.Го залетел на Twitch. Наташа обмолвилась на стриме и в телеграме амбассадорстве Saint Laurent. Неплохой вкид, надеюсь они не смотрели ее стримы и возьмут партнерство. Делан рафлю, желаю удачи точках их. Юзя представит мангу. Места ее действия развернутся в России. Манга пока секрет, какой в жанре. Без жанров, я просто писал. То есть там происходит не это, не сказочное царство какое-то. Там все нужно. Вот я сейчас да. Написал, я такой думаю. Я в принципе могу написать дальше, а нахуй надо. Twitch выпустил новую линейку мерча под названием Pride. Надеюсь, Хесус уже побежал на прилавок Twitch. Что там за мерч? Netflix провел первый день мероприятия Geek Week, где у фанатов была возможность узнать новости о будущих проектах. Я лично жду адаптацию Киберпанка. Интересно, как они обыграют баги и недоработанность точки. Стример сломал ногу. Я вообще ничего против не имею этого мерча, но почему они все в стилистике Pride только упали? Я в последних дропах не видел, типа... Нет, была дефолтная, типа базовая у них. Я не в горах и вызвал спасательный вертолет. Вот это я понимаю, Real Stream. Интересно, какой у него мобильный оператор? Хорошо, да, интернет у Челика ловит. Оператор многих популярных блогеров Фрейм вчера провел стрим в помощь своей бабушке с приобретением протеза. Не знаю, насколько это хорошо видно. Ребята, слава Мерлоу только что перевел 500, тут зеркалит, да, ну короче, 500 тысяч рублей. Я... Ебать это вообще. А на лбу его нет. Не понял нахуй. 500. Бустер. Слава Мерлоу и зрители закинули ему больше 670 тысяч рублей за стрим. Респект. Итак, с новостями закончили. Переходим к нашим любимым номинациям. Оскар недели получает Кореш, который провел ИРЛ стрим в заброшке с ребятами. А, это про девочек с Корешем. Что за хуйня? Бля, вот самый страх мой большой наступить на какой-то шприц в таких местах. Это просто плюс гепатит. Ты нахуя это сделал? Бля, тут какая-то хуйня. Пошли нахуй.
Мне просто подружка в детстве наступила на шприц наркоманский и очень долго лечилась. Нахуя, блядь, я ебал, блядь. Я ебал, блядь, лучше бы. Ты говорила, ну. Я бы там просто уже просто по стеночке сползла. Ну не хуй себе. Топ недели. Так, давайте на этой неделе скипнем рекрентон крутой и все такое, но третий раз подряд уже достаточно. Вручаю топ недели Синди. Тикет. Дефолт. Тикет. Лоста. Нет, Таня играет каждая игра как последняя. Лоста, короче, хорошо играет. Она просто трахает тетю Таню. Это вообще, я не знаю, забей. Ты видел, да? Просто, блядь, наводка, уровень, я хуй знает. Уровень гуакамоле, блядь. Кого там, блядь? Мамочка хуярит. Кринж недели получает Максон с заданиями из донат рулетки. Хотя что лучше? Яйцо поправь. Макс! Яйцо покрасить? Да, блядь, Лучане, пиздец! Я что, ебать, виноват? Макс, ты не должен... Видишь, как штаны сноешь? Погоди, мне так стыдно, нахуй! Я вообще фрик! Let's go! Блядь! Ебало! Ну это моя темка. Сука, а что произошло? Юль. Юль, пошли... Блядь, угли у меня там нахуй. 15 числа. Через 5 дней. Да. Через 5 дней. Хорошо. Все, хорошо. Пока. Шип на неделя. Этой неделе шип будет нестандартный. Поздравляю Хесус и Жожо. Да. Ой. Ля как. Ой, червячка разминают. О, хорошо, ребята, хорошо. Внимание на хорошо, хорошо. В полости таза находится самое интересное место. Давай чуть-чуть. Можешь ты попробовать эту хуйню? Ты что, не сосал никогда? Я вообще, в принципе, не сосал. Давай. Братишкин, сиди и займись. За лубу недели отдам Ексейлу и Бустеру с Карбатлом. Мне нравится этот формат, и я имею право их номинировать. Коллабу недели отдам опять же Бустеру с его шоу матчем по CSGO. 3-0 и в кальянку. А? Твоего тиммейта на плент. Не зря поговорка гласит, если любишь, отпусти. И Вова делает 15-й раунд для своей команды. На этой неделе, ой, вроде, наверное... все активничали. Не, ну, очень много нас. Было и Раэл стрима. Мы же не АФК-стримеры. Давайте по старой дружбе наградим Фруктоску. Поздравим молодую. Ну и запульнем пасту недели. Погнали. Это, конечно, круто, классно. А сидишь, потеешь в игре, попукиваешь местами, но зачем? Я тут ради видосиков. Давай запустим, например, твич-контору, проведем время весело и познавательно. А то я заебался смотреть, как ты дрыгаешь рученками и брызгаешь слюной. Не вынуждай меня терпеть твой поток, пожалуйста. Основную часть время запустили, переходим к вашим клипам.
С тех пор я больше с девушками не встречаюсь. Немножко на Юечку не похожа спрашивай. Девочка. Ну да, что, глаза. Улыбка, мне глаза, кажется. Нос. Улыбка. Не, ну я заметила, но... Что ж, всем привет, дорогие друзья, стример не обманул. И ой, это я. Это что за холодное сердце? Это Crystal Maiden из дома. Или тут надо говорить, посчитала, что, в общем-то, ну не гоже пропускать такую вещь. Это я. Еду в Москву, можно я там буду жить? Ты будешь жить на моем члене с губами и жопой. Остальное можешь выкинуть за борт либо спортивную жопу. Дружище, твой член — это студия. Мне минимум трехкомнатная нужна. Смотрели фильм «Оно»? Когда сидел в этой канализации... Бля, мы так и не прошли эту игру, она залагала. Блядь. Что я так и не пыталась сделать. Точку, ребята. Блять, что я Ватарис сейчас за хуйню так смотрит? Охуела. Это что за хуйня сейчас была? У меня сейчас инфаркт жопы чуть не суд. Что он за хуйню смотрит на стриме, блять? Блять, ты долбоёб. Вова, ёбаный. Стекло не попади, блять. Мне от него тошно, лучше череп на штанах, ведь Филипп Плейн это роскошно. Яу, вылетая из дома, хоть не накрашен, видели мусор, он живет в моей башне. Я залетел в битву, сатанечка крашен, хованский не гей, но я был его крашем. А хули говорит, да вы не видели Алешу, осуждаю в настоящем то, что говорили в прошлом. Обсуждать секс? Не, это пошло, ебаться с братишкиным? А, это можно. Fall Guys? Вообще кто-то еще играет Fall Guys? Объясните мне, там вообще кто-то... Ебать, он орёт. Я лично играю. Мой дед рассказал. Мы с Дримом играем. Да вы только в Pummel Party, блядь, и Fall Guys можете играть. Вас ни на что больше не хватит. Ты ебану, ничего сделать не можешь, блядь. Тебя вообще зарезать хотят, нахуй. Тебя резут, блядь. Знаешь, вообще похуй, они, блядь, уверены, что они это выиграют. Ты не знаешь, что они стоят. Они все делают. Ты пикал им еще карту, но вообще значит было выигрывать, долбоёб ебан. Как называется игра, которую мы не смогли пройти, потому что она крашится? Ох, там еще до этого были тоже серии этой игры. Как она называется, блять? Что-то. Нет, не киберпанк. Ну вот то, что страшилка была. Little Hope. А у нее там еще какой-то префикс есть. From the Dark. Нет. Не From the Darkness. Нет. Dark Pictures. Ну что такое? Карты, блядь, на которые, блядь, нихуя не делал, кроме только горячий. Нормальная карта. Козёл ебаный, нахуй, я так этому должен Подъём, это во сколько он так сверху? Полчетвёртого утра, Макс! Полчетвёртого. Чё, вообще ебанутый, блядь. Я пошёл, мы ебало нахуй набил. GTA 5 РП. Пиздец конченый, ты прикинь, нахуй. GTA 5 РП? Да похуй уже, ты. А, блядь, сука, ебать, я тупень. Ебать. Ебать, у Марка тупое лицо. Сисядмин, блядь, порвал за хуй. Алина, сейчас усилю. А мы сейчас проиграли, погодите, пожалуйста. Да, это да, хихикаешь, писелёк. Я забыл. Пунь! Бля, он так чпонькал, чпунь. Я бы, кстати, тоже пошел, но я понимал, что у меня... А зачем ты на 50 рублей такую хуйню ставишь? Ты что, Колумбия, блядь, ебаная? О, писелёк. Ставь быстрее, ставь, 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 сейчас проебёт она. Тысячу, тысячу, быстро. Не звонят! Питер, репетиторы!
Мне звонят репетиторы, блядь! Её пиздел. Крупная дичь, ну-ка. Все, слава, удаляй. Это... Почти как рекрент. А, вот рекрент, ебать, тайминг. Это просто ходит под семечки, блядь, их грызет. Пиздец. Просто, блядь, хавает их. Так-так. Кого еще забанить? Ой. Алина Рин? Как неловко. В чате просто людей банят. Мне разобрали модерку. Модерку забрали? Блядь, мне опять звонят. Это что такое? Включи мою вебку быстрее. Алло. Это я утром разговариваю по телефону со строителями. С масочками, с крабами, с бусиками, с клипсами, с маслом для губ. Там, знаете, милирование, окрашивание, ну... Что тут такого, то, что я, блядь, покрасилась и... Ну реально, что за хуйня? Просто уже чересчур начинаю... Ну кто-то же из нас двоих должен за собой ухаживать, да? Ну это смешно, я ничего очень люблю, она очень красивая. Ребят, в общем, в этом... Я Маша Газанова. Ты что, Майк, куда ты газуешь? Ты что, Годзилла? Разрываю, Лёш! Какой Лёш, батя? Алексей, пап. Один миллион сорок. Алексей, сука. Осолеть. Я кредит еще брал, но я выплатил уже. Сколько талям взяли? Сейчас мы поедем в кальянную. Неплохая тачка, она такая плавненькая. Или это просто в Москве хорошая дорога? Работаем! Принималово. Прессу так качать, то родится ребенок. И я так боялась качать пресс. Не пресс качать, а просто вообще наклоняться, потому что думал, бля, если у меня случайно появится ребенок, что с ним делать? Бля, а вот сейчас у меня родится Кент, 5 лет. И что я с ним делать буду? Это мне придется с ним делиться конфетами? Ты сама еще ребеночек, Зайка. Вообще прикольно, что ли? Не знаю. 17? Ай, блядь, я чуть не ебнулся. Сколько лет Гаечке? 18 лет. Я так подумала, что мне в феврале 27 уже. Я на 10 лет старше, блядь. Спасибо, Марк. Охуеть можно. Ты прикинь, сколько всего у нее еще в жизни должно произойти. Но... Да, жизнь еще нормально потаскает. Я еще нормально сохранилась. Ее и потрахают, и бросят, и еще раз потрахают, и бросят. Потом она во всех парнях мира разочаруется, будет ебаться просто безответной любовью. Я, кстати, такого... Из всего того, что ты назвал, у меня ничего такого не было. Потом ее еще раз потрахают, потом она на годик станет лесбиянкой. Мы ничего против этого не имеем. Вот, потом ее опять потратил. Марк, можешь тормозить? Ну, короче, пизда там еще. 10 лет жизни, блядь, это вообще пиздец. Это Марк о себе говорит, походу. У меня такого не было, честно, да, ребят. Да, потом в ее жизни казачок какой-нибудь появится. Не бойтесь который... жизни, типа, у меня такого никогда не было. Реально, такой хуйни, которую Марк рассказывает. У всех свой путь, но все будет окей. Так вот, я к чему это говорю, 27 лет. Но это еще не скоро, это практически еще год ждать. Я вот думаю, когда рожать-то? Во сколько? Сейчас, во сколько родить? Ебать, я свою жизнь чисто. Чат, во сколько родить? Завтра тебе сейчас напишут все. Да кого, как вы, блядь, завтра? Зара, блядь. Блядь, нахуй вы пишете либо завтра, либо 80 уже, долбоёбы. 28? Вот я тоже думала, 20... ближе к 30, может быть? А если я буду с ребёночком на руках зарабатывать 50 тысяч в месяц, стримить, как это вообще нормально? На Твиче можно же кормить грудью, это вроде как не запрещено. То есть вы увидите мои сиськи? А, охуеть! Что? Я буду первооткрывателем
который, типа, запалит свою грудь на стриме, соски, и это будет не запрещено, и это будет то, что я, типа, кормлю своего ребенка грудью, потому что я одна из самых взрослых во фрик-скваде, да и, ну, из девочек. Из девочек я самая старшая во фрик-скваде. Никого старше, по-моему, меня нету, если я не ошибаюсь. Дина, блин. Дина? А, Дина. Я не знаю, сколько Дине лет. А, да, Дина, Дина. 39. Чё, офигел, какие 39, Марк? Я шучу. Марк, нельзя такое вообще говорить, это может... Ладно, Дина, самоуверенная в себе девушка, а по кому-то это может ударить по самооценке. Ладно, я... Я очень люблю, блядь. Короче, вот, и у тебя будет онлайн минимум 10к. Вот, и прикиньте, если я буду кормить грудью на стриме, если пробуй. Я... Потому что... Ух, тут холодная трубка. Пробуй. Ты поймешь, в чем кайф холодной трубки. Чувствуешь? Да, и здесь нет. Снять один уголек, чтобы не так? Да. Поворожать будешь? Да пока не знаю. Ебать, а там драмеды. Как будто, блядь, в фикс прайс зашла и такая, да пока не знаю, что тут брать буду. А там драмеды, блядь, будет рожать нахуй. Да, ладно. Охуеть! У меня, короче, я вот сижу, вот так это блок... Ебать! Потому что сейчас мы хорошо общаемся, проводим время вместе и там в общих компаниях или стриме вместе и так далее. Да, расскажешь нахуй, блядь, ебутся они 100%, я уверен, блядь. Ну он сказал, вот я ничего не слышал, блядь, что он сказал? Причем, знаешь, все видео хорошо слышно, а вот моментами у кого-то просто хуёвый микрофон или, ну, как бы, не то чтобы камень в твой огород, но... Ты как бы со звуком работаешь всю жизнь, блядь, и микрофон можно настроить. Вот видишь, его охуенно слышно, наш микрофон у нас красным догорает. Потому что сейчас мы хорошо общаемся, проводим время вместе и там в общих компаниях или стриме вместе и так далее. Да, блядь, расскажешь нахуй, блядь, ебутся они 100%, я уверен. Спасибо, Лёх. Веселёк, что скажешь в своё оправдание, ты в чате, блядь? Чё там пишете? Эй, брат. Стой! А вдруг она чья-то сестра? Бля, Лёха, как обычно, тигр. Институтка нахуй маленькая, блядь. Юля, Макси и Юля встречаются. Что Юля про Макса? Я просто тебя погадал. Ну, вдвоём ебаные нахуй. Нахуй вы так клипы называете? А тут не получилось. Мужики, сегодня первый раз попробовал, знаете, какую ягоду? Нереально вкусная. Она называется, короче, мохнатка. Такая мохнатка, блядь. Мохнатка. Нормальная ягода. Ребят. Она бывает, типа, белая, бывает... Сегодня я официально заявляю, что я настоящий мужик. Я сегодня веду Аню в кино. Настоящий пельмень. Веду Аню в кино, ебать. Я ей куплю начос и кока-колу. Вот он, настоящий пельмень. А себе возьму морковные дольки в Макдональдсе, ебать. И кока-колу без сахара и калорий. А может даже и попкорн себе разрешу. Да нет, пизду этот попкорн. Пойдем. Давай, сейчас, ладно, мне сейчас. Так жалко, почему ты микрофон? Я не знаю, почему мне всегда жалко микрофон. Не работает? Нет. Ай, можно твой микрофон в свой член потрогать? Нет, свой можешь потереть, он тебе так хуёвый. Ты охуела, блядь? Я за настройку, знаешь, я им 5000 отдал за настройку микрофона, блядь. Чувствую. Ты охуела, блядь, Алена? А вебку можно угнуть или посидеть надо? Так как хочешь, можешь. Да, блядь, уголёчек тебе в жопу один засуну, ебать, пообщаем. Ты прям тут будешь спать? Ну, я могу тут поспать, я вообще похуй. Давай. Да к тому, что у меня хуй загорелый. Ой, как он неуверенно прыгнул. Мне кажется, он уже не живет полетел. Нет, Марк. Супер такие двоякие ощущения и очень... Ну, погромче, вот прям. Блять, опять какие-то уебаны с хуёвым микрофоном, да ёбаный рот. Я прибавил. И очень некомфортно, прям. Я так до конца стримы.
шутки эти ебанские, блядь. Я, сука, фак, этот фак, Бать, он музыку исказил, чтобы страйк не кинули. Алиса, сидел ли Дмитрий Ликс? В 2004 году... Алиса, хватит! Алиса, хватит! Алиса, хватит! Когда-то очень сильно парился, что мои родаки узнали, что я дрочу. Ну, типа, это пиздец. И когда меня вот так иногда палили за дрочка, я вот так, блядь, такой, больше члену не рукой. И не ногой тоже, блядь. Я не буду играть, что, блядь, ебанутые совсем, что ли? Блядь, не играть в это, я лучше тебя выйду, нахуй, все, блядь. Делай. Фух, бля, кайф. Ебать, бай, меня въебало. А, нормально, слушай, это все стрёмненько, ебаный. Бля, и честно, я бы захавал. Тебе говорят, ну слушай, у меня... Ой, ой, я случайно сцену переключил, блядь. А вы поедете на ДР к Вадиму, Ваньку и Люхе? Вроде ж все ребята собраться в Минске хотят. Ну, мы будем это обсуждать, давай. Ну, а нас звали? Да, Наташа мне писала. Мне не писала, сука! Ну, она же знает, что если я пишу, она напишет мне, а то это... А если все поругаемся и не общаемся? Марк, все, давай уже, пожалуйста, хуйню не неси. Стой, ну ты говоришь про серфстрёминг. У меня, короче, друзья ели в Тольятти, заказывали этот серфстрёминг. Они говорят, на запах пиздец, параша ебаная, но... На вкус она вкусная, реально очень. Я бы ее попробовал. Так. Я не буду, 100%. У тебя уже появились седые волосы? Нет, у меня нет седых. Когда мы выдумали, мы долбоёбы. Мы долбоёбы, хорошо, мы ебанутые. С нами лучше не сказать. Давай еще. Пиздец, я на стрим видел. А следующий концерт. Нет слова! Сейчас. Безглуздо и... Так безглуздо и... Так по-наивному... Одному... Да не смейтесь! На звучи да мрёт... И хоча... На супер дверзильник! А! Пизда! Она такая сонная. Это Саски. Это Тайджи. Саски другой. А ты за Наруто шаришь, че шо? Да. Йо. Я анимешник, мне похуй. Вот так выглядят все анимешники. Ну что, бросаем курить? Привет, Атанич. Уака! Это, кстати, чел, который мне помог настраивать микрофон. Ну, и они вдвоем меня настраивали, а это Денчик и Антоха мне помогали. Ему 200 тысяч закинули. По-моему, алерты максимум 500, 50 пропускали. Нет, ему 200 тысяч закинули, реально. Привет. Бросаем курить. Привет, Атанечка. Привет, Атанечка. Это я. Знаешь, что такое Анечка? Помнишь? Бля, я могу не паузить. Ты просто так смотришь на меня, какая пауза. Помнишь, какой-то стримерша заходил, который 50 зрителей, такая черненькая, ей 6 миллионов тип закинул? Битками? Я не знаю, чем. Вот, это, короче, это ее топ-донатер, и он зашел к нему и ей закинул, Анечка, какая-то там. 50 зрителей стримит, бля, и чел 6... Ей, может быть, ему? Ей, чел 6 лямов закинул. Так ты, я про него говорю. А, так это ее друг просто. Тише. 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 Не курить один час. Без такого покурить не грех. Чего, блядь? Спрошу, я сейчас это тут делаю. Самое... А, поцелуй или пощечина? Тебя? Да. Поцелуй. А теперь ты поцелуй или пощечина? А сколько тебе? 15. Ебать, он ускорился. Ебать, а как так быстро он бежит? Ну ладно, пока кореш бежит от 8 лет строгача, я буду с вами прощаться. И напомню про подписку, лайк и коммент под видос. А также напомню, что за все ролики я не вставлял ни единой рекламы и надеюсь на вашу поддержку в донатах.
А я пошел спать. До следующей недели. ББ. Обнял. О, червячок 2000 закинул, молодец. Да, мне кажется, это лишние нервы для Марка. Не, вообще плохо. Ставьте лайк по-братски. Ребят, у меня будет, кстати, LAN 20 числа, у меня будет турнир на 10.